Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Мы решили узнать мнение горожан, каким они видят идеального госавтоинспектора. Результаты в нашем опросе. Смотрим. Как вы считаете, какой должен быть идеальный сотрудник ГИБДД? Веселый. Это должен быть адекватный достаточно человек, воспитанный, с грамотной речью, который умеет себя вести правильно, знающий правила и ответственность, и права, и водителей, и свои. Приветливым, опрятным и знающий правила ПДД. Честным обязательно должен быть. Угу. Образованный, с высшим образованием, пониманием к людям. Чтоб штрафы нам не давали и прав не лишали за пьянку. Во-первых, форма одежды соблюдена, все согласно уставу. Соответственно, выполнять свои должностные обязанности согласно своим инструкциям должностным. Приятный, наверное, на общение, но все равно с людьми надо находить контакт. Но я думаю, что это самое важное. Честно, соответственно, ему вполне хватит. Все хорошие качества, грамотный разговор, как общаться с людьми, выглядит как настоящие сотрудники полиции за счет людей. Опрятный, приличный, вежливый. Доброжелательный. А должен быть ответственным, строгим каким-то, принципиальным, может, бескомпромиссным. Потому что нам, блондинкам, очень легко, так-то можно сказать, с сотрудниками ГАИ. С